Всем доброе утро. Я начинаю свой влог с того, что иду из магазина. Зашел в Фикс Прайс, точнее, меня папа завез. Когда поехал на работу, сейчас я иду уже обратно, зайду еще в пару магазинов. Погода сегодня хорошая, но прохладненько немножко. Я надел пальто свое. В принципе. Вот так вот выгляжу. Надел пальто, кофту. И очень даже замечательно. Снег уже почти весь растаял. Осталось только там, где сугробы такие лежали. Я сейчас как раз прохожу около храма. Я думаю, ты это место все знают, кто смотрит мои влоги. Я тут часто хожу, когда хожу в Фикс Прайс. Немножко так, знаете, закутился. Потом тоже, когда приду, покажу, что купил обязательно. И вот, не знаю, заходить ли на территорию храма, можно что-нибудь там поснимать вообще-то. Ну как-то что-то неохота заходить туда. Это у нас, кстати, вечный огонь. Я тут снимал, но тут было все в сугробах когда-то, когда я снимал давно. А теперь тут все так растаяло хорошо. Ладно, что я пойду, наверное. Дальше. Я хочу еще в монетку, думаю, в пятерочку зайду в монетку. Надо немножечко по продуктам закупиться. Наш храм Невьянский. Башня наклонная. Башня, кстати, кто-то спрашивал, не упадет. Не знаю. Пока не собирается вроде падать. Тут, кстати, очень красивые деревья. Мне нравятся. Они такие, знаете, классные. Тут вон елочки. Памятник какой-то кому-то. Даже не знаю, что это такое. Вот такой вот памятник. А. Двойным сынам России. Понятно. Так хорошо. Все-таки, знаете, радует то, когда вот хорошая погода все равно как-то. Ой, лучше становится и сразу же погулять захоть, охота. И все такое. Вот такой еще камень чугунный здесь есть, тоже представлен. Этот чугун был выпущен в землю из доменной печи Невьянского завода. Очень интересно. Все, ребятки, пойду я дальше. По магазинам. Если будет что-то интересное, включусь. Ну и вот как выглядит храм со стороны дороги. И вот здесь мы с вами тоже только что гуляли, ходили. Такой большой, там вон гора виднеется вдалеке. Все, а я пошел дальше. Я уже дома. Купил продуктов, зашел в пятерочку. И меня тут встречает мой товарищ. Хатик. Привет. 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 Хороший пёс. Хороший собак. Хорошо все. Да, хорошо. Все. У нас, кстати, все, он как хорошо растаял. Пока вроде бы не передает, какой страшный. Пока вроде бы у нас не передает снег, это очень даже хорошо. Возможно, даже до конца и растает. Там часть вот это вот здесь, потому что здесь с крыши снег сходил, поэтому здесь кажется, что много снега, так, но вообще даже в городе снега уже очень даже мало. Так что да, тут у нас туи закрыты, как видите, это они закрыты для того, чтобы они не обгорели от снега, а не из-за того, чтобы им холодно было. Ой, чтобы им было тепло. А просто, чтобы, знаете, они не обгорели, потому что если не обгорят, они меняют цвет. И мы их решили закрыть. Так что все. Пойду я домой. И, кстати, пальто решил надеть, потому что на улице немного прохладно. И пальто очень даже хорошо. Пальто очень даже хорошо сейчас ходить. Я только снял вот эту вот подкладку. Ну, не подкладку, тут замок такой. Вот. Так что все. Хати. Ты чё ругаешься? Все, пойдемте домой, покажу, что купил.
Так, все, как обычно, показываю, что купил. В Fix Price я купил вот такое вот средство для мытья пола. Моющая жидкость для полов и стен. Вот это вот с запахом лаванды. И взял такое же, только с лимоном, чтобы посмотреть, хорошее, нет, если хорошее, будем брать. Взял вот такие вот тряпки из микрофибры. Здесь их 5 штук идет. Взял плечики, вешалки вот такие, тут идет 4 штучки. У меня такие уже есть, очень удобно, я хочу повесить одежду, потому что мне не хватает плечиков. Вот такие вот батончики взял с кокосом и один взял попробовать с апельсином. Вроде у кого-то видел такие в обзорах и сказали, что они плохие. И состав у них тоже очень хороший. Так. Так, вот такую вот меланиновую губку ластик взял еще. И все, Fix Price это все. В монетке я взял вот такие вот конфетки. Это Nesquik и еще какие-то вторые такие темненькие. И взял вот такой вот этот рекламку. Тут по роллам. В овощном магазине я взял киви. Очень хорошая киви. Так, и дальше в пятерочке я взял шампиньоны, лук, чечевицу, сыр вот такой, зитер. Очень классно, нам нравится. И взял вот такое вот облепиховое варенье. Тут тоже просто облепиха, перетертое с сахаром. Попробовать хочу, потому что давно уже хочется в летихе, и вот я нашел там, и что, а, вот еще грудку куриную, сегодня хочу сделать зимний салат, поэтому взял тоже грудку. Так что да, вот такие вот покупки я сделал, еще тут у нас цветочки, посмотрите, какие красивые, это папа маме подарил просто так, классные. А еще у нас здесь есть лук зеленый. Уже тоже большой такой. Так, ладно, все, буду разбирать продукты по своим местам. Кима, тарелку-то куда? Пойдем, иди сюда, давай покажем наши фокусы. Заходи. Кима, выходи. Ну-ка, заходи. Заходи, заходи. Давай. Молодец какая. Выходи. Текила, выходи отсюда. Че зашла-то? Текила, выходи. Давай. Выкатывайся. Текила. Текила, выходи, говорю. Это мы с Текилой научились фокусом. Видите, вышла. Текила, заходи давай. Вот. Молодец какая. Текила, заходи. Заходи. Текила. Текила, заходи. Молодец. Заходи, 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 заходи. Молодец, какая молодец, молодец. Вот так вот мы и заходим и выходим с ним каждый вечер. Так, все, я уже на кухне и хочу попробовать это облепиховое варенье. Опа. Так, надо ложку. Я уже сходил, переоделся немножко, посидел за компьютером, поотвечал на комментарии. Да, оно вкусное. В принципе, неплохое. Неплохое такое варенье, можно брать. Прямо чувствуется, что это влепиха. Есть еще, кстати, такое же, только там... Вот здесь это влетиха прям перетертая, да, такая? А там с косточками есть такие, знаете, небольшими. Так что, да, да, буду это все сейчас убирать. Еще хочу сходить, ой, за картошкой на погреб. Потому что хочу сделать салат, а у нас картошки нет. Поэтому придется сходить на погреб, кстати. Если кто-то когда-то задавался, где у нас погреб, вот видите, вот это вот. Дырочку, да? Это как раз спуск в погреб. Там ступеньки и дверь. Ну и все это идет вниз. Этот погреб мы делали сами, нанимали, чтобы нам выкопали эту яму. А все остальное делали сами. Потом как-нибудь вам покажу летом. Так что все, пойду за картошкой.
Хотела, смотри, черепашка. Хотела, первый раз увидела черепашку. И не уйди. Что ты, Кил, не нравится? Ты, Кил, ну чё, как тебе? Скажи, какая-то странная, да? Что с Раджиком не ты идешь? Сейчас смотрите, в Пятерочке сейчас акция проходит, и при покупке от 500 рублей тебе дается вот такая вот штучка. Классно так. У нас уже вторая такая. Есть вот такая вот. И есть вот такая вот. И классные такие. Лежат тут. Все, вот такой вот салатик у меня получился. Делаю его в кастрюльке. Так что сейчас мы будем кушать. Всем приятного аппетита. А, кстати, это салатик зимний. Здесь просто идет картошка, яйца, вареная грудка, огурец, лук. Так что вот, а еще можно горошек добавить. Вот сейчас и горошек сейчас сюда добавлю. Все, ребята, мы будем заканчивать это видео. Да не, будем заканчивать и собираться спать, да? Ну, не спать. А я там варю хатик еду и варю курицу. Очистки от картошки. Так что все, будем заканчивать этот влог. Не забывайте поставить палец вверх, написать какой-нибудь комментарий и подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. When did I lose you? When did we fall through? How come you don't get anymore?